Кызылорде проходит республиканский турнир по боксу среди юношей 1998-99 годов рождения. На состязание съехали 150 мастеров кожаной перчатки из 5 областей Казахстана, юниоры из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. 8 сборных команд выступят в 11 весовых категориях. Турнир продлится 4 дня. Победителям присвоят звание мастеров спорта, награды и дипломы. Главная цель соревнований, говорят организаторы, популяризация бокса среди подростков и пропаганда здорового образа жизни.